Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Депутаты готовят новый удар по торговцам алкоголем. В регионе продолжают бороться с рюмочными в жилых домах. Сейчас право на торговлю алкоголем могут иметь заведения общепита площадью не менее 30 квадратов. Однако это ограничение, по мнению депутата УЗС Равиля Нургалеева, мало решает вопрос. По факту оно коснулось лишь 7 точек в Кирове и 11 точек в районах области. Народный избранник выступил с инициативой увеличить площадь кафе, которому можно продавать алкоголь, до 50 квадратов. Свои предложения Нургалеев оформил в виде поправок в региональный закон, регулирующий розничную торговлю алкоголем. В декабре, напомню, УЗС одобрило другую антиалкогольную инициативу. С сентября 2022 года в регионе будет запрещено торговать спиртным в помещениях в жилых домах, переведенных из жилых в нежилые, а также в подвалах. Программа «Экономика». Клуб «Родина» снова должен более 1,5 миллиона рублей хоккеистам. Об этом сообщает прокуратура Кировской области. По теме долгов на совещание в надзорный орган даже был приглашен министр спорта. По словам Георгия Барминова, сейчас работникам организации «Центр развития хоккея с мячом» Кировской области и игрокам хоккейной команды «Родина» не выплачено 1,7 миллиона рублей, заработанных ими. Две недели назад прокуратура сообщала, что после вмешательства было выплачено на 4,5 миллиона рублей. Теперь долги появились снова. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Открывая какой-либо бизнес, предприниматели часто очень сильно поглощены связанными с этим сиюминутными проблемами, а потому не задумываются о том, как в дальнейшем будут его содержать. Например, 30% текущих расходов на содержание магазинов составляют затраты на электроэнергию. Ведь хороший свет – это один из главных факторов приятной атмосферы, а значит, настроение посетителей и желание что-то купить. Получается, что экономить на системе освещения нельзя, но можно сэкономить на последующем ее содержании, если еще на этапе монтажа оборудования все правильно рассчитать и использовать инновационные решения. Учесть надо множество факторов: расположение ламп, их световые потоки и уровень рассеивания света, количество дневного света в помещении, цветовую температуру и, конечно, сами типы ламп. Ведь даже разные энергосберегающие светильники, например, люминесцентные и светодиодные, не одинаковы по количеству потребленной энергии. Разобраться в сложных терминах и понять, как сэкономить на освещение, не ухудшив, а даже улучшив его качество, помогут в магазине световые решения на Маклина 36, телефон 705-520. Экономика. В завершение о валютах. Курс доллара на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро стоит 83,15. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.